Сохраняйте рецепт вкусного салата. В мелко нарезанный лук добавляем соль, сахар, уксус и кипяток и оставляем немножко мариноваться. Также на мелкие кубики нарезаем 2 отварных яйца, 1/2 часть грудки отваренной и 1 огурец. Все нарезанные ингредиенты соединяем и добавляем маринованный лук. Осталось дело за малым – посолить и добавить майонез. Вкусный и быстрый салат готов. Приятного вам аппетита!